сорт острого перца Seven Pot Julienne. Это высокоурожайный сорт. Довольно компактные кустики растут. Такие вот у меня. Вот невысокий он. Высота где-то в пределах 40 сантиметров. А так он может расти от 80 и, если в теплицах, до 1,20 м. Это довольно высокоурожайный сорт. Сорт относится к виду Capsicum chinense. Это высокоурожайный сорт. И сверхострый сорт. Острота у такого перца от 1 миллиона до 1 300 000. Вот такие вот перчики морщинистые. Созревает он от зеленого цвета до вот такого вот темно-красного цвета. Кустик насыщенный, смотрите, какой, листьями. Вот он цветет вовсю. Я их не пообрезал. Вот такой вот цвет, вот такого вот светло-зеленого. Видите, он чем-то похож на скорпиончика. Потом со временем плоды вытягиваются и становятся вот такого вот цвета. Срок созревания такого перца от 100 до 120 дней. Вот такие вот перчики, сейчас вам покажу. Удобно. Смотрите, довольно крупные. Вот такие вот перцы. Вот от светло-зеленого, потом до оранжевого. И в конце до темно-красного цвета. Вкус вот такого перца пряно-цветочный, насыщенный, ароматный. Стрички весом где-то в пределах 20 грамм. Очень хорошо его выращивать, если у вас есть лоджии. Вот на лоджиях, смотрите, видите какой он? Он компактный. Сейчас я вам покажу. Он компактненький. Весь усыпан, вот смотрите, завязями. Я их обрываю постоянно, потому что уже все. Уже завязывать ничего не надо. А он все равно все вяжет. Вот такие вот плодики у него. Вот эти красавцы какие. Светло-светло-зеленого цвета. Я говорю, просто бесподобный для выращивания на подоконниках и на лоджии. Так что советую вам такой перчик попробовать вырастить у себя. Вот видите, я его обрезал, и сколько он пасынков стал пускать. Просто сорт. Сорт бесподобный, ребят. Так что советую. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.